Приветствую всех поклонников Type Negative, Питер Стила, творчество. Сегодня вот на обзоре покажу, переиздание пришло на зеленом виниле. Определить можно по вот этому номеру. Там вышло, я смотрел, на черном вроде бутлег, на желтом еще официально, еще вроде бы какое-то. И вот есть первый оригинальный винил, первое издание само. То есть посмотрим, как выглядит оригинал и как выглядит переиздание, что оно там внутри у нас. Первый оригинал вот позаимствовал, принес мне брат мой. Привет всем. Привет всем, ну, да. Интересно. Да, он расскажет немножко про эту пластинку свою. Давайте посмотрим сначала, наверное, как выглядит первое издание. Рассказать особо что. Ну, вот просто первое издание. Посчастливилось мне его приобрести в конце 2003 года в Лондоне всего лишь за 11 фунтов. Он в идеальном состоянии. Ну, понятно, что секонд-хенд. Ну, тогда как бы винил не особо кому нужен был. Но он идет, подожди, без разворота? Да, он идет без разворота. Без разворота. Одинарный конверт. Да, одинарный конверт. Внимательно посмотрим. Ну, разницу на заднике там видно. Да, если только что видно. Мы посмотрим. Ну, ничего внутри. Он идет без ламинат. Ну, без ламинат. Да, то есть, не, он мелкий такой. Там внутри какие-то наклейки с магазина. А, наверное, да, да, наверное, вон, да. Это а, с память. Этого, где ты покупал, походу. Да, я его даже... Давал. Да, даже за 10 я его фунтов купил, а не за 11. А-а-а. Первая цена была вон 11, он месяц пролежал никому не нужный за 11 фунтов. Через месяц я его купил за 9, потому что решил, ну, дальше уже как бы... Ага, есть адрес, мюзик какой-то. Ну, это магазин секонд-хенда известный в Лондоне. Так, Roadrunner, номер, все дела снизу у нас идет. Вот, 96-й год. Больше это обозначение на торце, что... Да там тоже, даже если есть, есть не видно. Тоже Roadrunner, да, все прекрасно видно. Roadrunner, October, Type, все есть. Так, внутри, ну, у нас идут две вкладки. Да, на двух винилах, в двух вкладках. Да, а ну сейчас, отдельно сунуть. Ну, это стандартно. Подожди. С обратной стороны. Ага, тут у нас есть на одном идет фотка. И здесь продолжение. А, кстати, у меня еще есть компакт-диск фирменный, можно его тоже сейчас покажу, как выглядит тоже. Сейчас давай я пластинки давай, покажу. Да. Сами не, пятаки, не что помню, там? Не помню, какая первая, какая вторая. И обозначены тут стороны вот в соответствии, я не знаю, как будет на переиздании. Видите, здесь нет стороны 1, стороны 2, здесь сторона огонь, сторона вода, сторона воздух и сторона земля. Угу. Вот. То есть вот сторона первая, вот так же тут и написано, что сторона огонь. Это первая сторона. Fire, да. Есть, вот. Да. А, вот видишь, как здесь ты вот первую. Water. Да, сторона вода. Вода. Матрицы. Ну, в принципе, все там на этом есть. На дискоксе можно посмотреть. Ну, видно, да, это, отсюда. Ну, как они не выглядят. Особо интересно эти матрицы в данном случае. Да, интересно, как же будет на этом. Сейчас, да, ну, давай, вторую, да, покажу. Собери. То есть особо тут оригинальностью решили они не отличаться в оформлении. Не гнишь так. Да не гнишь сейчас. Сейчас вытяну, да. Какая у нас там третья была сторона Air. Вот, вот сторона Air. Третья получается. Ну да. Воздух. Матрица видно. То же самое походу. Ну да. Получается так. Ну и здесь четвертая сторона. Вода. Угу. А, здесь вода. Ярс, земля. Вот мой английский уже забывает. Здесь у нас... А тут нет, у нас по номерам. 1, 2, 3, 4, да. Ну, сейчас откроем. Вот у нас запечатанный он. Клееночка. Видно. Сейчас его вскрою, как всегда, по старинке, своим ножиком. Так, вот я вскрыл аккуратненько. Сейчас достанем, посмотрим, что у нас тут.
Ох, там что-то. Давай, давай, это пробую. Клеенку я не буду стягивать. Не, пока не надо, пока я что... потом покажу вам, снимем, пока так. Что покажем внутренности. Ух, плотно сильно. Пока... Ну да, оно и видно, и вот даже видно оттиски, аж в натяжку был клеенка. Ну, это... сейчас она немного это, а то вакуум был. Обычное дело. Да, именно так плотно. Так, смотрим, что у нас с пластинкой. Пластинка сразу вижу зеленая. Да, черный. Вот. Это со статикой пакетик уже. Да, пакетик классный. Я вот так открываю и дуну туда. Раз, воздух, все. Бациллы туда всякие. Так, первая сторона... Идет у нас такая уже ни земля, ни вода, ни воздух. Ни рыба, ни мясо. Ни рыба, ни мясо. Идет такой красивый, зеленый с этими мраморами, как были, как да, черными. Ну, такая, нельзя сказать толстая, нельзя сказать тонкая. То есть нормальная 180, современная пластмасса. 180, 160. Не-не-не, 180 тут и близко. 160, значит, 160. Да. 160. О, а здесь а вот... Здесь хоть родное да. Что-то оставили. Хоть но картинка. Опять же, тут уже двоечка просто идет. Ну да. Матрица, ну дайте, да, что она там... Прописная, там ее плохо прописная. Видно. Прописная. Нет, это понятно. И не вот рог, вы что-то... 0,79N. Что там дальше по кругу? А, что-то еще есть. Вот. 2-214-1A. И тут еще что-то, какая-то пометка, блин. Ну, в общем, матрицу наштамповали. Что-то там 14. Или это не 14. 14, только C. А, не, вот так, значит. CM. Ну или как СТ наши. К чему это непонятно. Пока да. Что. Так, ну все. Первое понятно. Так. Что-то что это там... за бумажка оставим на потом. Давай вторую да, пластинку. Да давай сразу ее. Да нет, бумажка. Так интереснее. Вдруг тут стоп, еще что-то есть. Стоп, стоп, подожди. Смотрим. В первом отсеке больше ничего. Больше ничего. Во втором сама пластинка, походу, сейчас, тоже. Да. Разворот потом посмотрим. Буклета, походу, никакого. Да. Ну, в принципе. То же самое. Тройка. Да. А там что, земля? Наверное, да. Ну и да. Четверка. Ну да. Есть оттиск все-таки, смотрю, да. Как у этих 90-х делали. Оттиск. Ну, слава богу, пятаки на месте ровно наклеены. Ну, да, а то могло быть и хуже. А то недавно человек выставлял вот так вот полпластинки. У меня были такие. Да, я говорю, что делать? Я говорю, все, ничего уже не сделаешь. Конечно. Это... А он говорит, да не, можно прорезать как-то там дорожки. Я говорю, ты нет. Что, да, говорю, вообще? Я говорю... Давно когда-то был ВАСП 92-го, что ли, года, там двойной сборник. Вот. Ну, это кто любит ВАСП, то должны знать. Я не помню, 92-й, 3-й год. Вот, то я пластинку купил тоже в Англии за 1 фунт, не глядя. А-а-а. Тогда первая пластинка была идеальная, а на второй, да, пятак практически, там только 2 песни можно было слушать. Вот, ну, по крайней мере, 1 фунт, что такое 1 фунт в Англии? Это банка пива, да и все. Ну, да, поэтому не жалко. Там без 3 песен альбом, конечно. Но... Не, ну там сборник был. Так, а, да, что... так, сборник-то тем более. Ну, кто-то его у меня с удовольствием для коллекции забрал, так что где-то ходит эта пластинка, наверное. Да, так, ну, мы сейчас глянем, что это за бумажку нам тут стоит. Картонку. Я думаю, плакат, скорее всего. Или картон какая-то. Может, просто забыли вытянуть. А, ну, сунули Питера. Просто и такой... Ни текстов, ничего. Хотя, может, в развороте. В развороте сейчас посмотрим. Да положи ты, чтобы оно не шаталось. Да нет, так оно свет просто. Это... А. Так, что тут? Ну и продукт Винланд. Ну все, а реально картон. Да, довольно плотное. Плотное, да. Не плакат больше, а картон. Так. Ну и сейчас аккуратно снимем пленочку, целочку. Покажу вам, что внутри. На паузу поставить. Так, ну что, снял я вон пленочку. Да, вот посмотрим, у нас... что внутри. Давай, посмотрим, что там. Может кто-то а что-то конверт, деньги. Кстати, плотненький, тяжелый такой, даже вот. Да, стучит, ну, прям. Вот заводское уже, ну, давка. Никуда от этого не так. Да, и транспортировка. Ой, склеился. Ты.
Да не, это первое разворачивание. Трещит просто. Трещит, да. Статика. Да. Хоть бы сюда буклет какой всунули. Так вот именно, да. А смотри, сама подклейка конверта изнутри, как в американских, видно, да, в 60-х годах. Да, да, да. И вот оно тут тоже пошло. А такой толстенький конверт. Ну, это если кто помнит пластинки американские. А смотри, а изнутри нету вот этого. Нет. А, это вот это сверху наклеено. Это сначала делается картон, а потом, да, наклеивалась сверху уже картинка. Это так вот в Америке делалось. Да, вот это уже здесь наклеено, видно поверх. Ну да. Наклейка. Значит, что у нас тут вон? Что у нас там пишут? Что-то пишут. Problem. Если у вас проблема с одной, у вас что, проблема с одной из ваших колонок, вы должны, возможно, проверить соединение. Нет, подождите, уже первая... работает, не правда ли? Да, это то, что первая песня. А это, наверное, первая песня, там где-то идет сигнал просто. Ну, возможно, да. Да, прикол. А может, это просто... Я, честно говоря, давно не слушал этот альбом, поэтому не помню. Там же в начале... В начале вон и написано, что 38 секунд конфуза. Да, да, да. Это самое, типа... Плохого, плохая земля, если дословно, но по смыслу... Заземление. Гудение просто. Заземление, гудение, да, или как там, трансформатор. Ну, то есть, как бы так сходу не переведу уже. Начал забывать английский. Надо практиковать. Ну, да. Фоточка, это у нас что там идет? Ну это ж, в принципе, как на оригинале. А, вставочка, да. Просто ее здесь. И тут они какие-то более зеленые. Ну, тут дальше, тут ближе. Ну, мы вандалы, да и все чуть-чуть. Ну, да, вандамы. Так. А ну-ка сейчас покажу еще. У меня есть компакт. Стоп. Так, ну и в добавочку коротко, вот у меня есть оригинальный компактик. Roadrunner, матрица. Та же самая, походу, да, как и на этом оригинале первом. Это ой, не матрица, а номер. А, нет, тут единичка идет написан, а у меня идет двоечка. Винил этот компакт. Ну, неважно. Сзади у нас что тут? Нету стороны. Земля, огонь, воздух. Ну, композиции. Сплошняком идет. Да, ну, композиции там, нумерация идет такая. По каждой стороне. Здесь идет так. 96-й. Ля-ля-ля. Смотри, идет. Как любят говорить, здесь нету штрих-кода нигде. Ну да, да. Популярная тема у любителей винила, чтобы не было штрих-кода нигде. Да. Ну, теперь они вон там вон. На наклейках. Это так. Компактик. Идет у нас. Такой вот там по кругу идет. Видите, как радуга переливается, компакт. Так. Матрица, что матрица. Одной рукой книжку неудобно. Какой? Или ты и сам? Ой, блин, чего? Отклеилась. Не, ну, да, ударил, вот, отбито. Ладно. Не увидел. Да то, вообще. Так, буклетик с компакта идет. У нас такой. Тексты, картинки. Ну да, тексты, картинки, согласен. Внутренняя сторона. Ну, как там, лирика, говорят, да? Лирика, кредиты, ну, то есть, описание компакта. Кто на чем играл, кто работал над этой, да, работой. Ну, и вот та же фотка, что там внутри, и в оригинале на вставке. Угу. И тоже, опять же, да, мы вандалы. Да. Ну, 30 секунд. Хочу, да, похвастаться, что мне как бы в свое время повезло. Я два раза видел их вживую. Вот первый раз нашел билеты еще 20 июня 2003 года. Это с бывшей женой ходили на этот концерт. Стоил 16 фунтов, но мы вовремя не купили билеты, поэтому пришлось переплатить. Мы по 25 заплатили. Ну, угу, так вот, на память остались. Да, выступали они. Карлик, пиво, реклама, ну, да? Ну, это спонсоры концерта. Понятно. А выступали в зале Астория, которого уже лет 10 как не существует. Вот. 2003, не, да. Помню, вот, где здесь, а, не, Астория General... где-то есть.
А, вот же, посередине Астория Лондона. Да, да, да. Этого зала уже лет 10 как не существует, его снесли. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Также, если будет интересно кому, если есть любители Type Negative. Ну, я думаю, они смотрят уже. Позже я как-нибудь расскажу о вот этих двух пластинках, а также расскажу историю вот этих вот каракулей. Автографов. Да. Посчастливилось пообщаться немножко с Питер Стилом. Да. А он еще есть у тебя. Да, его личный. А уже у тебя еще билеты. То потом. А, его личный, тоже, да. Другое. Вот, самый смешной его автограф сейчас где-то на второй пластинке. Ну, я подробнее потом расскажу. Вот, самый массивный, когда он просто начал вот возить просто от балды, когда увидел автографы своих коллег, почему-то он сильно разозлился и начал вот так вот, говорит, я дам тебе много автографов. Ну, об этом я подробнее расскажу в последующих передачах. Так что, как там любят говорить, лайки, колокольчики, если кому интересно, не пропустить. Ну, да, у нас сейчас основная, это просто, это будет дальше обзор снят отдельно. Сегодня у нас чисто про October Rust. Ну, все, всем спасибо. Смотрите, подписывайтесь. Еще много всякого всем интересного. Пока. И с наступающим, у нас осталось 45 минут. Мы решили снять перед Новым годом. Сейчас пока мы еще трезвые, решили снять сейчас, быстренько передачу. Сейчас мы будем накрывать теперь этот стол. Ну, все, всем пока. Смотрите, всем подписывайтесь. Счастливо, всем добра.